Да, ребят, это нордская резная броня. Всем привет, это канал Мистер Кэт, меня зовут Сагиров Иван, и мы продолжаем играть на легендарной сложности в Skyrim Special Edition. Ребят, ну что, давайте продолжим проходить Данвгард. Я немножечко отошел от темы, но все-таки мне подсказали, что если я буду дальше выполнять вот эти вот задания, мне ничего за них не будут давать. Мне нужно постепенно проходить главный квест и постепенно выполнять дополнительные задания. Так ли это или не так, напишите, пожалуйста, в комментариях, ребят, потому что я как-то задумался, потому что я выполнил достаточно много заданий, а мне какой-то хлам дарят. Ну что? Я готова в любой момент. Пойдем. Пойдем. Это совсем рядом. Совсем. Мы там были уже. Так, сейчас пару моментов. На всякий случай. Так, стоп, я не сюда зашел. Зайду в систему, посмотрю, что у нас там за игра легенда. Версия 1.4.2.0.8. Поехали. Так, стоп. Я так понимаю, что... Вот. Она нас не поведет. Ой, колючка, я тебе заберу. А вот нам нужно самим туда добираться. Ну, погнали. Стоять, сундучки. Слушайте, а что тут под мостиком может быть? Я как-то ни разу не смотрел. Хотя ничего. Там ничего не может быть. Да, ребят. Сейчас я вам покажу, как я ее зачаровал. В принципе, все как всегда. Навык ношения тяжелой брони увеличен на 28, увеличение здоровья на 72. Я сделал себе новый сет в кузнечке, чуть-чуть прокачал больше алхимию. Ну, все заново сделал. Ох, долго, я вчера полтора часа вот это все мурыжил. Но, тем не менее, теперь мое зачарование немножечко сильнее. Были имба, станем еще имбее. Атаки одноручным оружием на 54, и вы блокируете щитом еще больше урона. Атаки одноручным оружием, переносимый вес уже 49. Дальше у нас заклинание изменения 33-33 меньше. Неплохо. Блокируйте щитом 54%, увеличение сопротивления огню 62, ребят. 62. Ну, колечки я, в принципе, оставил те же, хотя можно было их сделать мощнее. Лишнее убрал. И, конечно же, меч. 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 Я тоже взял именно, знаете, вот он. Ух, легендарный меч. 50% шанс для каждого из трех элементов огня, холода, электричества нанести 64% урона. И наносит противнику 40 единиц урона огнем еще дополнительно. То есть у нас 255 плюс 64. Ну, грубо говоря, 300 с копейкой. Короче, 350 он у нас бьет. И постоянно какими-то стихиями, ребят. К сожалению, я его создать не могу. Так что я его ждал у торговца, но все-таки нашел. Я с ним ни разу не бегал, и мне будет интересненько. Слава богу, щит у нас есть. Он появляется, он вот такой вот. Конечно, проработана шерсть слабенько. Крайне слабенько. Но, тем не менее, смотрится все кошерненько. Да, сразу за поворотом. И, ребят, я кое-что хочу заявить. Так как я сейчас играю лордом... кажется таким большим. Он, конечно, и есть большой, но так кажется больше. Блин, я как-то эту фразу не слышал. Так вот, я буду теперь в сетах бегать больше, ребят. Не три серии, как раньше, а больше. Это серии 5, окей? Потому что я не могу насладиться нормально. Просто не могу насладиться. Ух ты, привет. О, да ладно. Капец, у меня нет ни силы. Ну, хоть будут качаться у нас блокирование. Гарри, ясно? О! Крутой дядька! Скелетик. Двуручный меч только. Ой-ой-ой-ой-ой. Не побежать я не могу. Ничего. Нужно было дождаться хотя бы ночи. Потому что... Ого! Какой скелет! Вроде ничего нет, а сильный гад.
сильный. Так, что у нас тут есть? Я хочу покричать своим любимым циклончикам. Летаем в воздухе. На! По-моему, попал. Нормально попал. Так, неудобно, неудобно. Так, щитом защищаемся. Потому что щит у нас отстрел. Защищает нормально, нормально. Умирай, дорогой. Умирай. Распадайся. Стоять. Блин, у меня во лбу стреля. Стрела. Стреля. Так, смотрите, какие, а. Воу-воу-воу, а заряды-то как быстро заканчиваются. Нужно следить. Господи, я, по-моему, все камни свои выложил или не выложил. Не помню. Ладно. Так будет даже интереснее. Вот уж нет. На! Получай! Так, ну, мне уже надоело. Я все-таки, наверное, сейчас юзну пару зелий, чтобы нанести мощные, мощные, хорошие удары. Посмотрите, куда он целит, прям в голову мне. Такой забавный со стрелой. Класс, ой, исчезла. Ладно, давайте отхилимся. Хил. Заходим. Да, это целый огромный замок. Огромнейший. О, привет, дорогой. Как твои дела? А у тебя? Ой, у нас же милые паучки остались. Давайте ими поиграемся тоже. Почему бы и нет? Вот так вот. О, малыш. Господи, такое ощущение, что он сейчас лопнет. Кто там? О, крыса. Пойдем, пойдем, пойдем. Так. Куски мяса. Колун. Воу. Гончие, ну они ж по идее добрые, да? Кто там? Лови паучка. Будешь знать. Воу, как-то он умер быстро. А, ты все будешь за мной бегать, старый, да? Баб для воды. Иногда от него шел такой запах. Тебе повезло, что ты этого не знаешь. О, погоди. Кто там? Хорошо, что ты не можешь ему слушать. Нападайте. Нападайте, мои маленькие. Воу-воу-воу-воу-воу. А вот и вампирик, ребят. А что я кнопочки путаю? Лови. Ух ты какой. Дикий вампир. Закидаем, закидаем нашими маленькими. Ой, господи, какие они. Они просто. Не было вариантов. Ух ты. Фрагмент дневника. Что это за фрагмент дневника? Фрагмент дневника. Книги. Ага, так она копила злобу. Вот такой вот персонаж. Крутяк. То есть у него есть история. Это не просто, знаете, какой-то дурацкий моб. Это персонаж со своей историей. Понятно теперь. Теперь как бы раскрывается, почему. Почему все-таки мы играем за вампира, а на нас вампир агрится. Да, тут у нее целая алхимическая. Ух ты. Вампирские окованные перчатки. Вау-вау-вау. Вау-вау-вау-вау-вау. Подождите. А, легкая броня. Я, честно говоря, думал, что у них есть еще тяжелая броня, но нет. Ух ты. Ребят, мы обязательно, обязательно побегаем потом в вампирском сете. Но это будет позже, потому что это будет тогда, когда я буду бегать в легкой броне. Война за Этери, эта книга есть. Коварство. Должно было прокачать разрушение, но оно уже мне прокачано.
враги. Так, мы там открыли какой-то проход. Тут у нас есть капкан. И все. Ладно. Потомство бегает. О, привет. На! Привет, дорогой. Лед нам вообще не страшен. Здесь нужно налево. Когда у моего отца как-то случился приступ паранойи, он установил. Если мы пойдем этим путем, сможем найти другой переключатель. Ага, вот так вот, окей. Ну пойдем. Так, тут ловушечки, обходим их аккуратненько. Оу, Пёсик, привет. Умираем. Смотрите, сколько тут этих пёсиков. О, господи, ребят. Это просто свалка трупов. Обалдеть. Ух ты, смотрите, там монетки, я хочу их забрать. Жертвы, да. Огромное количество трупиков. О, ингредиентики. Я все заберу. Стойте, что это? А, это просто богатая одежда. Колонн. В шкафу у нас тоже есть богатая одежда. Ну, ладно. Всегда мне это так забавляло. Классно, когда ты можешь взаимодействовать с миром. Ты что-то нажимаешь, что-то происходит. О, тут, по-моему, наши дорогие паучки. Тут секретик в виде сундука, которого нужно взломать. Давай. Давай, дорогой. Заберем наши драгоценности. Давай. Прорубывай путь. Привет. Ого. Вот тут большой гигантский морозный паучок. Но у нас, по-моему, хорошее сопротивление ядам, ребят. Да, у нас отличное сопротивление ядам. Открываем. Ага, и открылась вторая половина. Замечательно. А что это за дверка? Куда она ведет? Ай-яй-яй-яй-яй, я понял. Мы теперь можем, наверное... А, нет, не можем. Странно. А как же мне... Я знаю, как мне туда добраться, ребят. Я знаю. Да, здесь мы сможем добраться туда, если будем использовать нашего лорда. Давайте превратимся. О, да. Теперь возьмем летучие мыши, они у нас стоят. Вот так вот, ребят, вот так вот. И восстанавливаем облик. И теперь можем залутать. Ха-ха. Красавчики придумали. Интересно, стремительный рывок помог бы мне сюда переместиться? Танец в огне, какое-то колечко, сапоги. Я заберу. И тут монет прям дофига монеточек. Раз, два, три, четыре. Зомби. Сопротивление огню. Хм. Иллюзии. Нормально. Этот лут мы с удовольствием. Наш торговец примет его, просто за... вот сразу примет. Без каких-то либо вопросов. Так, стоп. Куда мне дальше? Я так понимаю, мне не сюда, мне прямо. Это же здесь открылся, наверное, проход. Достаем оружие, сохраняемся и... Так, знаете, что я забыл юзать? Я забыл юзать эбонитовую плоть. Почему-то, потому что она же все-таки качает мне. Качает, качает скилл. И давайте ее... поставим. Я ее брал временно. А, я ж помнил, я себе поставил просто драконью. Но мне все-таки лучше, наверное, сейчас эбонитовая. Во-первых, она кастуется быстрее. И во-вторых, я ее тут не вижу. Да ладно. Ладно, давайте сейчас по-быстренькому. Изменение. Изменение. Эбонитовая плоть. Да, я ее убрал. Я ее убрал с быстрого доступа. И теперь... нужно ее на восьмерочку. И да. И да, 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 да. Давай. Пойдем. Ага, переходим в новую локацию. Погнали. Ууу,
господи, я же вспомнил. Знаете, что еще хочу попробовать? Обычно говорят, нужно кричать, вот, если много птиц, давайте попробуем, получится убить или нет. Что здесь случилось? Фуск, здесь руда! Все такое мертвое. Похоже, сюда до нас 100 лет не заходили. Косой. Какие-то гробики. Этот проход вел в центральный зал замка. Похоже, мой отец его запечатал. Я обычно гуляла тут после ужина. Здесь было красиво когда-то. Блин, не знаю почему, но эти часы я вот где-то видел. Ты представляешь, какую красоту может создать мастер за сотни лет заботы и ухода? Она бы очень расстроилась, увидев это все. Постой. Символ полной луны. Я уже забыл, что тут нужно делать. Мы нашли какой-то символ полной луны. Наверное, он в разном. Давайте посмотрим на него поподробнее. Это какой-то... Вот, это какая-то тарелка. Это какая-то линза, я не знаю. Не, это больше, наверное, похоже... Ну да, на линзу, только мутную линзу. Хм. Окей. Вот, не знаю, вот эти часы я как будто видел в каком-то фильме. Не хватает символов, и круг как-то перекошен. Я даже не знала, что символы можно снять. Возможно, моя мама пытается что-то нам сказать. Говорю тебе, с лунными часами явно что-то не то. Угу. Я, кажется, вспомнил. Тут нужно сейчас пособирать эти останки. Они где-то тут разбросаны. Давайте побегаем, посмотрим. Тут куча, кстати, ингредиентов разных, которые нам пригодятся. Давайте их заберем. Ага, вот еще одна. Символ месяца. Хм, прикольно. Грибочки. И где-то тут еще. Эффект закончен. Или нет? Ага, да-да-да-да-да-да-да. Символ полумесяца. И куда? Куда их нужно вставить? Давай. Так, что тут у нас? Пропавший символ. Они, наверное, автоматически вставляются, да? Говорю тебе, с лунными часами явно что-то не то. Воу-воу-воу! О, да. Говорю тебе, очень умно, мама. Очень умно. Я никогда не была в этих тоннелях, но готова спорить, что они идут под двором, прямо в развалины башни. По крайней мере, мы приближаемся. Идем. Погнали. Погнали дальше. Вот эта вот музыка. Фу-у-у-у. У нас там ничего нет. Не, ничего. Ну, вдруг бы там что-то кто-то спрятал. Так. Забираем монетки. О, тайный проход. Давайте сохранимся на всякий случай. Очень много костей. Никогда не видела эту часть замка. Будь осторожнее, я не знаю, что тут может оказаться. Хорошо. Но то, что тут живут вампиры, это 100%. Мы уже близко, я уверена. Воу-воу-воу-воу-воу, ребят, привет. А ты еще откуда? Оу, ничего себе. Так, быстренько развалим эту гоп-компанию скелетиков. Меня даже, по-моему, даже пробить не могут. Отлично. Не, вот такой вот. Нормально он улетел. Я думал, честно говоря, это какой-то сильный. А, вон, по-моему, сильный наверху. Я еще помню. Нет, бухло брать не буду. Я не хочу просто.
Эй, подождите меня. Дайте, я тоже помогу. А, ну да, я не пролезу из-за тебя. Получай, да, это самый у них качок. Гаргуля, ребят. Гаргулечка. Привет. Разбирайтесь. На! На! Получай! Ого! Ничего себе, она пробивается. Блокирование так качается. На! Получай! Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ребят. На! На! Я тоже могу сильно ударить. Получай. Так, сейчас если она ударит, она убьет, наверное. Смотри, какая милаха, а? Милаха. На! Драгоценные камни. Оу, до сих пор этот скелет жив-то. Вот это да, вот это он живучий-то. Едем дальше. О, что с тобой случилось? Дайте-ка сохранюсь. Кто там? Хорошо, что я доверяю. Получай. О, он по-моему, в древней норской броне, заметили? Прикол. Адепт. Сейчас мы адепта взломаем. Есть. О. Неплохая комнатушка с лутом, кувшинчик. Заберу. Это все брать не буду. Так, сейчас, секунду, ребят. Секунду, секунду. Погнали. О-о-о-о. Загораются. Монетки, кто там? Получай. Так, обратили внимание, что я еще поглощаю какой-то урон. Видимо, он когда бьет, у него еще какой-то магический урон проходит. Ой-ой, кто-то мне в спину зарядил по почкам. На! На! Так, разваливаем его, быстренько разваливаем на изи. На! Собираем драгоценные камни. Ах, вот, вот этот гад. Слетай, дорогой. Уселся там нормальненько, да? Так. Легко с ним справимся. Ага. А тут воин. И, кстати, нормально такой заряженный, но... Немножечко ударов. И... Он превращается просто в груду... Камней. Господи, каких камней? В груду костей. Нет. В груду... Пепла. Груду. Я не знаю. Ладно. Блин. Блин. Издевайся. Издевайся. Ся-ся-ся. Хочу Простите, это я. На древнем дурацком. А ты нет? Нет, не хочет. Не хочет и все. Я-то думал, сейчас он тоже превратится. И начнется великая битва. Но нет. Сохранись. Книжки какие-то. Я уже вижу. Я уже вижу какого-то врага. Так что у нас тут ничего нет. Только где он? Развалины какие-то. Пойдем. Нам сюда. Кастуем защиту. А нам тоже помогает. И неплохо помогает. Ах, вот он. Не-не-не-не-не-не-не, дорогой. Получай. Сильный? Ого! Да тут вас осмотрю. Нормально так.
Много-много-много-много! Получай! Так, по поводу оружия, ребята, я специально не заряжаю, чтобы подольше их побить. Потому что буду их дольше бить, буду больше качаться. Буду получать больше урона. А буду получать больше урона, буду также больше качаться. Чем дольше они живут, чем это для меня эффективнее. Так что спасибо, что написали. Хотя, с другой стороны, у меня прокачивается... А, ну стоп. Ну а что мне будет прокачиваться, если оно уже прокачано? Получай! На! Отведай стали нордской. Я еще помню, как сражаться. Конечно, помнишь. Вампир еще не помнил бы. Изи. Изи-бризи. Ой, этот, наверное, 100% сейчас. Ну, конечно. Ого! Ничего себе. Улетает. Улетает просто прекрасно. Давай, 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 давай. А ну, проведи. Проведи силовую атаку, дорогой ты мой. Ого. Я что-то забылся немножечко. Ну ничего. Восстанавливаем жизни. Да ёлки. А где? Что это за лучник, который бьет? Стрелу. Зарядил. Девочки. Где он? Ага. Вот он. Не-не-не, дорогой. Вы только посмотрите, какая магия. Магия. Мы уже близко. Освещение. Вау. Вау, друзья. Господи, ну посмотрите, эта игра была сделана в 2011 году. Вот не надо, да, Special Edition добавил освещение, но поверьте, я вот помню этот момент, когда я проходил еще даже в стандартном ванильном Скайриме. Это было волшебно. Вот эта вот пыль, это создает атмосферу. Вау, я не знаю, я на этой нотке, ребят, наверное, сегодня закончу. И будем дальше продолжать. Дальше проходить Дамвгард. Все, это был канал Мистер Кэт. Если тебе понравилось, ставь лайк, подписывайся на мой канал и комментируй. И меня будут больше смотреть. И я не буду отвечать на комментарии. Да шучу, шучу, буду стараться. Если не отвечаю, значит реально занят. Спасибо, друзья, что поддерживаете меня. Заходите в мою группу ВК, записывайтесь в группу вот внизу. Подписывайтесь, там я больше всего сижу. И если вам понравилось это немножечко больше видео, порекомендуйте его, друзья. Ссылки в соцсети ниже. Спасибо, друзья. Спасибо, это был канал Мистер Кэт. Меня зовут Сагир Иван. Всем пока.